Бездомные животные глазами детей. Благотворительная общественная организация «Фонд помощи животным. Право на жизнь» объявляет о начале детского конкурса рисунков. До 31 марта активисты фонда принимают работы от ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Техника исполнения и формат рисунков не ограничены. Главное, чтобы работы были оригинальными. Победителей организаторы обещают наградить на первой выставке бездомных животных, которая состоится 13 апреля. Подробную информацию о том, куда направлять работы, вы сможете найти в официальных группах новостей нашего города ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.